Приветствую всех любителей спорта на нашем национальном телевидении. В эфире передача «Спорт Тайм», и сегодня с вами буду я, Рамазан Омаров. Спешу представить сегодняшних наших гостей. Это чемпионы России, первенство России по джиу-джитсу по версии Huawei. Мухаммад Абубакаров, Джамаль Алиханов и их старший тренер спортивного клуба «Чекмат» Машаду Марка. Да. Ассаламу алейкум, приветствую вас. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, уважаемые друзья, хочу напомнить, что мы находимся в прямом эфире, и вы можете принять участие в нашей беседе, написав нам по системе WhatsApp, по номеру, который вы видите на своих экранах. Ну что ж, пожалуй, начну с тренера Марко. How are you? I'm good. How are you life in Dagestan, in Russia? Да, конечно. Вы же понимаете на русском? Да, понимаю, язык, да? Понимаю. Марко, в первую очередь хочу спросить вас, как вас вообще занесло сюда, в Дагестан, и почему именно Дагестан? Да. Я бы нравился здесь, и только друзья, познакомил друзья, и друзья invited me to come here, my friend. А, то есть они позвали вас сюда? Да, да, да. И только жена ближе, жена только здесь, да, кабардинка, и получил. А, жена ваша с Кабардино-Балкарии? Да, кабардинка, да. И получил вместе, и только... Характер сильный здесь, люди крепкие, на борьба, на джиу-джитсу. Смешанные единоборства. Да, получится, да, они как, я смотрю, получится, да, результат, да. Результат будет, да, все получится. Первый я не думал, стал, а потом, как жена здесь, друзья тоже нравятся, пляж, и так, как похожи, карате Бразилии здесь похожи, да. То есть менталитет похожий? Менталитет похожий, да, да, сильный похожий, да. Ну, друзья пригласили вас для того, чтобы тренироваться, или просто друзья в гости? Не, потренировались, да, да. Он, друзья, гость, и он бизнес делал вместе, и он помогает бизнес делать, и я стал, да, все получил, результат получил, семья получил, семья тоже после того, как приехали сюда? Не, по Москве познакомил, и потом принеси, она здесь, и потом дочь родился, и все красивые. И закрутила, да? И все завертелось, как положено. Да. Но это небольшая предыстория, мы немного поговорим о вас, а уже дальше перейдем к нашим чемпионам первенства России. Да. Вы в Бразилии тоже тренировали, да? Да, 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 тоже тренировались, да. Я начал, я не Бразилия 8 лет я не Бразилия. Я Америка 5 год, потом Китай, Таиланд, много места поучить, по соревнованиям. И сейчас здесь спокойно, больше соревнований я не сделал, только сейчас они. С детьми занимаюсь. Да, да, сейчас они все на они, каждый день хорош тренироваться на они. Да. Все внимание, короче, вам, уважаемые друзья. Да, да, да. Ну, как-то же вы начинали свою деятельность, вы сами, получается, тренировались тоже? Да, да, да. С детства? Да, да, я тоже, я вместе, каждый день, и тяжелый, давай, делай вот это, делай, каждый день нужно. Они... В Бразилии вы тренировались? Да, да, я тренировался, было больше соревнований раньше. Я тренер, потому что нужно деньги, я нужно потренер, спонсор чуть-чуть, больше потренер нужно. Интересно тоже, я нравился ученик. Ему меньше, здесь больше времени, они раньше меньше, больше соревнований, а сейчас соревнований нет, и все время на ней, да. Но сколько вам лет? Я 36. 36 лет? Да, да, да. 7 лет вас, получается, не было в Бразилии. Получается, да. 29 лет вы уехали оттуда. Да, в Америку тренировать? По соревнованиям, потому что чемпионат мира это на Америка. Я каждый год нужен самолет там, обратно. Все соревнования, большие соревнования, это Калифорния. Соответственно, расходы тоже большие? Да, соревнования там. Деньги уходят на переезды, да, на соревнования? Да, там обратно, я подумал, давай там сразу там, тренировал, все друзья там тоже. Я стал там и 5 год там остал. И когда соревнования, я третий раз, третье место чемпионат мира. То есть вы трехкратный чемпион мира по джиу-джитсу, да, бразильскому джиу-джитсу? Да, третье место по черный пояс, третье место. Три раза третье место, потом чемпион Америка. Черный пояс это самый высокий титул, да? Да, да, да. Потому что люди иногда говорят, чемпион мира, это на белый пояс или на пурп. То есть это не престижно? Ну, это, конечно, считай. Как считай, на черный пояс считай. Я третье место, три раза третье место, потом чемпион Америка, потом соревнования в стоп. И я хочу для наших телезрителей просто объяснить. Там бывает уровень свой, да? Белый пояс, синий пояс, да, пурпурный белый, пояс. Да, белый, синий, пурпурный, конечно. То есть уровни. Да, да, да. И уровень. Самый последний – это черный пояс. Да, черный бороться черный, белый бороться белый, и на пояс они бороться. Ну, соответственно, призовые тоже бывают хорошие. То есть, мани.
когда выигрываешь чемпионат когда мира. Когда это федерация, да, кто не выиграли, УАЭ федерация, да, УАЭ федерация, это федерация. Это дубайская, которая. Дубайская федерация, они деньги хорошо, они дают, да, они дают. И сейчас они Россия соревнования сделали, первый раз это федерация на Россию, и красиво, они как хорошо с федерацией, да. Ну, у вас богатый опыт, то есть у вас есть очень большое будущее, прошлое, точнее, богатое прошлое. Семья у вас там, наверное, осталась в Бразилии, мама, папа. Все там, да. А как так без родных, родственников? Мама приду, мы говорим, мама... А, то есть сюда привезете? Да, привезли, она 3 месяца осталась здесь, сейчас она обратно, сейчас на Рамадан, я там Рамадан... А, не тренируется? Рамадан в Дагестане отключит. Я понял. И я в Бразилии на Рамадан, я сейчас по месяцу, через месяц. То есть отдыхать туда, короче, месяц получается? Да. Не тяжело, она здесь, я там, как... Не тяжело, да, хорошо. Ну, давно в России? В России 3 года, я в Москве по 6 месяцев, больше. В Москве 6 месяцев были? Больше чуть 8 месяцев, и потом здесь. Может быть, 3 года я в России, да. Может быть, 3 года, да? Да? Гражданство есть? Да, вид на жительство. А, вид на жительство, да? Может быть, потом дело... Гражданство или Россия, или Бразилия. Вместе они... Два гражданства. Не даю, Россия не даю. So, и нужно выбирать или Бразилия, или Россия. И сейчас я Бразилия. Пока. Вид на жительство это хорошо, они нужно меняли сейчас. И потом, может быть... Другой. А сейчас нет. Когда ваши спортсмены выступают на соревнованиях, они за какой клуб, Россия, за кого представляют? Это тренера? Тренер я, да. То есть там указывается, что вы тренер и так далее? Да. То есть там проблем нет с этим? Нет. Мне уже удалось узнать, немного информирован, как говорится, вооружен. Вы самый дорогой тренер в республике у нас. Да. Самый дорогой оплачиваемый. Что особенно в вашей методике тренировок? То есть, программа? Да, какая программа у вас? Программа, не скажу, секрет. Это секрет. А дети знают, да? Дети знают программу, да. Программа это только связка, как прием. Это прием не получу, делаю вот это. Индивидуально каждому? Да, индивидуально, да. Когда они на соревнованиях, нужен индивидуально. Это не получил, делал вот это не получил. И ошибка, фиксирую ошибку, как индивидуально фиксирую ошибку, да. То есть искать ошибки, исходя из их уже схваток и тренировок вообще. Смотрит тренер и выявляет ошибки. Да. Но программа это то же самое сделала. Программа это как, еще раз, прием. Это прием не получил, делал вот это как программа на прием, связка прием. И работа. Это нужно... Ты тренироваться, ты знаешь, да. Ты ученик, да, потом ты понимаешь. Да. Но вы видели других тренеров, как они тренируют, методику их программ? Здесь? Да, здешних. Или здесь российских? Видео. Они программ нету. А, то есть они как по наработанной, да? Они, кто я знаю, не знаю все, кто я видел, они учат прием, один-два прием, а это неделя, это сегодня, это прием. Завтра другой прием, другая ситуация, и другой. И потом ученики нужно, это прием, это они нужно вместе сделать. Тяжелые на они. Я сделаю... Комплексно. Да. И сразу, это вот это. И на это постоянно, да. Без... Я делаю, они работают, они только нужно делать прием, да. Ну, вы уже здесь достаточно. Сначала были в Буйнакске, а теперь в Махачкале. Раньше, почему так получилось? Из Махачкалы лучше на больше людей. Да, больше людей. Там маленький город. Там, когда лучше отдыхай город, да, отдыхай. Для отдыха. Да, это интересно там. Отдыхай, неспокойно. И здесь лучше, больше людей, больше активность, больше желания, больше... Чем там, в Буйнакске? Да. Здесь лучше про... Но там тоже хорошо спортсмен там. Здесь больше. Больше людей, больше ситуаций, больше активность. А зал какой? Лучше тоже, больше? Здесь чуть-чуть маленький. Но место... Это не важно много. Там, может быть, татами 150 квадратов, здесь 100 квадратов. Похоже, да, не проблема. Не обиделись в Буйнакске, когда вы сюда переехали? Как? Люди там? Не расстроились, да, когда вы... Да, конечно. Я там ученик, год ученик там, да, то же самое.
Это недалеко. Иногда люди там придут, да, недалеко бы, но здесь нам сейчас лучше. Комфортно, короче, не сон. Да. Ну, еще хочется такой вопрос задать. Что вы успели заметить в наших людях, пока вы здесь, в Дагестане? Не говоря в России, в целом в Москве, да? Все-таки мы отличаемся от людей за пределами Дагестана и именно в пределах Дагестана. Есть разница, менталитет наш, характер дагестанский и российский, и бразильский? Что вы успели заметить? Бразилия и Дагестан сильно похожи, они как быстрее сгорел, как эмоциональный человек. Первый черза, потом подумал. Сначала сделал, потом подумал. Да, это хорошо, это неплохо, это хороший, это люди... Эмоционально, это черство человек, помогай хорошо, когда друзья хорошо, друзья, они помогают, они... О, это в Бразилии то же самое. И... Сплоченность есть, да, вместе, да, дружба хорошая. Да, дружба хорошо, да, они все помогают, они все... Люди красиво, да, здесь. Россия тоже, Россия, когда в Москве большой город, люди много работают, больше, как, больше стресса, как большой город, я тоже Сан-Паулу. Сан-Паулу это похоже в Москве, люди много что делают, это больше проблем, больше стресс. Я нравится больше Махачкале, человека, потому что ближе моя Бразилия тоже. В Москве менталитет чуть другой Бразилия, неплохо бы другой, я больше комфортно. Конечно. Да, на это. Ну, как привык к своим людям бразильским, комфорт. А здесь таких же увидел. Да, в Москве больше сильный, серьезный человек, в Бразилии другой чуть-чуть, да. Ну, мы поняли, Марко, да. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, а далее уже продолжим и поговорим с нашими чемпионами и, соответственно, о том, как будет развиваться клуб Чекмат. Что ж, не переключайтесь, уважаемые друзья, увидимся через небольшую паузу. Как я обещал, в студии, спустя маленькую короткую рекламу, мы опять в студии телеканал ННТ. И у нас в гостях тренер Марко Машаду и джитсеры, чемпионы первенства России Мухаммад Абубакаров и Джамал Алиханов. Европа, чемпионат Европы. Чемпионат Европы даже? Да. Ничего себе. Да. Значит, у меня какая-то ошибка. Не, чемпионат Европы. Машалла. Но... Россия тоже выиграли. Россия, а потом приехали на Европу, и Европу тоже выиграли. Да. Ничего себе. Тут, оказывается, у нас целые титулованные спортсмены сидят. Да. Ну что, сколько у вас в зале тренируется? Они... В зале сколько людей, детей? Не знаю, 60, 70... 70, да. Все полные. Они на вторую группу. Это начинаю группа, потом не начинаю. Полные, да. Понятно. А сколько у вас смен получается? Три смены, да? Три смены. Кто маленький, 4, 5, 6 лет. Первая смена, потом вторая. Начинаю группа, да, 7, да, 13 лет. Начинаю группа. И потом они на третью группу. А почему только детей? Ну, взрослые тоже. Взрослые тоже есть? Взрослые потом, да. А, потом будут. Да. Сначала потихоньку с них начали. Да. Взрослые тоже группа, да. А, как у вас... Взрослые тоже чемпион мира наш. Есть, да, с вашего зала? Да, сделан, да. Потом можем принести тоже, да. Взрослые тоже хорошо спортсмен, да. Иншалла, да. Приведем его тоже в будущем. Да. Как у вас вообще в зале с дисциплиной? Дисциплина, да, каждый день нужно. Ты не смотри, они балуются. Да, смотри, как красиво, как это. Нимфа. Да. Ангел. Ангел, да. Смотри, да, не смотри. Да. Дети, что делаешь? Но смотрите, Марко, почему я это спрашиваю? Вот вы тренируете детей, то есть вы тренируете бороться, они научились бороться. А что касается воспитания, как вот, с этим обстоят дела? То есть вы воспитываете их, помимо того, что тренируете? Да. Ну, я сделаю. Когда не красиво, когда проблема на улице, они проблемы не дают. Они не дают проблемы. Улица проблема нету. Зал проблема, как иногда чуть-чуть не драться, хочет драться. Чуть-чуть, не много. Улица проблема
Нету проблемы. Знаешь, есть, больше не тренироваться, меньше проблема даю. Это люди драться, улица, когда не сильный тренировка, когда они хорошие тренировки, uh-huh. когда они нравятся тренировка, они не думают драться. Не думают драться. Раньше, да, когда они долго тренировка, когда месяц, когда новенький, начинаю, uh-huh. кто начинаю, да, проблема. А потом, когда больше тренировка, больше, они понятно, и они нравятся, больше не хочу. То есть отходит от этого, да, потихоньку? Да, спорт люди бардак не сделали, они не хулиган больше. Когда хороший спорт, и они нравятся, не нужно больше что делать. Да, они сразу без проблем, да. Ну, хочется также спросить, какие результаты показывают ваши ученики на сегодняшний день в вашем зале? Да. То есть недавно было первенство России, а потом уже первенство Европы. О, они два соревнования били. Было. Да. Первое соревнование 9 учеников на чемпионат России. Они, это гимназиум КАП, это чемпионат России. Большое соревнование. Скажи, с вашего клуба 9 человек поехало? Да, первое соревнование. 8 выиграл. И один третий на чемпионат России. Сейчас 10 уж. Второе соревнование, 10, и на чемпионате Европы 4 выиграл, 3 выиграл, он и брат финал делал. Финал попали? Да. На выиграл, Европе? Выиграл на а Европе. Чемпионат Европы? Да, и финал делал, он и брат делал финал. Это я скажу, 4 выиграл, это 3 выиграл, они финал попались. Да. А пояса какие? Пояса только-только белые получаются. Сейчас белые, они новые. Потом по дети, потом второй пояс желтый. Потом желтый, оранжевый, зеленый вместе бороться. И когда 16 лет, может другой по синий пояс. То сейчас они белые. Это первый шаг, хороший шаг. И большой шаг, конечно, хороший достижение. Шаг, да, мотивация. Я скажу, ты чемпион Европы, но... Спокойно, ты не самый лучший сейчас, но хороший шаг. Это первый шаг, и потом потихоньку больше шаг сделаю, хороший шаг, да. Да. Но вы сами же имеете право давать следующий, то есть пояс ученику? Да, я сам даю, я программу, я не сам даю. То есть потихоньку, когда они придут к этому, вы сами потом дадите ему пояс? Чемпион, получается. Не чемпион, не важно. Я даю пояс, когда на программу, сколько тренироваться сделал, я считаю, сколько тренировок. Иногда люди не чемпион, иногда они не выиграют. Кто не выиграл, я поезд не даю. Я даю поезд, кто каждый день на зал, кто дисциплина, хорошо. То есть на результаты не смотрим? Не смотрим, да. Потому иногда не выиграл, иногда человек не выиграл, когда не выиграл, поезд не даю. То я даю поезд, когда программу. Закончу программу, каждый день на зал, я считаю, бумаги считаю, и поезд даю. То сейчас они не закончили программу. То поезд не даю, еще чуть-чуть больше времени. Да. Ну, всему свое время. Да. Где проходили соревнования? В Москве. В Москве проходили? Да, в Москве, да. Чемпионат России в Москве и чемпионат Европы в Москве тоже. Условия какие были? Много было стран? Да, много. Азербайджан был, кто больше. Ну, на чемпионате Европы вся Европа, получается, была. Да. Но это первый раз делать чемпионат Европы по детям здесь. Первый раз. В России. На России сделать. Это неплохо. Не 5 сватка сделать, 4 сватка. Неплохо. Не бороться много раз, много детей. Но больше Россия человек. И страны тоже, больше Россия, потому что первый раз. Так, Ну, теперь я хочу переключиться к нашим чемпионам. Можно немного поговорить с ними? Конечно. Во-первых, поздравляю вас, Джамал и Мухаммад, красавчики, молодцы. С такой большой победой на таком уровне чемпионата Европы. Это немаленькое достижение на сегодняшний день вообще не только для вас, но и для взрослых. Расскажи, Мухаммад, давай с тебя начнем. Как проходили соревнования? Тяжело было? Ну, соревнования проходили нормально, тяжело. Было тяжело. Готовился я тоже. Нравится тренироваться? Да. Почему выбрал джиу-джитсу? Ну, самому понравился спорт. То есть не родители тебя дали? Ну, родители. Не марку тебя привел, сам захотел? Да. А почему не другой вид спорта? Почему не олимпийский вид спорта? Олимпийский вид спорта — это хожу тоже, два вида спорта. То есть посещаешь... Какой вид спорта, если не секрет? И дзюдо есть. Дзюдо, и джиу-джитсу. То есть оба в кимоно, получается. Да. Губа не дура, он успевает и там, и тут. Молодец. Джамаль, тяжело было на соревнованиях? На чемпионате России было трудно.
А на этих соревнованиях, чемпионате Европы, было не так тяжело. Почему? Это же высший уровень получается. Ну, я не знаю, на этих соревнованиях просто как-то легко Легкие было. Эти были соперники. Начал больше ходить, больше приемов узнал. То есть на тренировке больше начал ходить и посещать их? Да. Ты еще твой брат тоже, получается, тренируется вместе с собой? Да. И как успехи вообще? Ты тоже двумя видами спорта занимаешься или только джиу-джитсу? Нет, я одним. А мой брат занимается двумя вольной борьбой и джиу-джитсу. То есть вы по греплингу тоже выступаете? Или пока нет? По греплингу пока нет. То есть в будущем, да, Марко? Пока, да, потом, да, конечно, да, потом, да. А вообще в будущем кем хотели бы стать? Я в рекламе сниматься. В рекламе сниматься? То есть актером? Да. А ты? Моя первая цель — стать олимпийским чемпионом. Маша, под дзюдо? Угу. Есть какие-нибудь успехи в дзюдо? Ну, да, есть. Я туда хожу больше, чем на джиу-джитсу. Имеется в виду, чемпион Дагестана выигрывал, первенство Дагестана. СКФО выигрывал. Что выигрывал? Не, СКФО для наших годов пока нету. Нет, да? А вот город бывает, там Дагестан, вот это. А, то есть везде, турниры какие-то тоже определенно, ну, да? Международные турниры бывают не у нас в Дагестане, а там вот, ну, в Москве, там, в Питере. Mm-hmm. Ну, с таким подрастающим поколением, мне кажется, у нас растет хорошая замена наша, хорошая замена нам. Но мы опять же прервемся на короткую рекламу и, соответственно, продолжим беседу с нашими юными чемпионами. Ну а мы продолжаем разговор, беседу с нашими джитсерами, чемпионами и их старшим тренером. Ну что ж, поделитесь, сколько было схваток сделано и какая самая тяжелая, какая больше всего запомнилась. Давай, Мухаммад, с тебя начнем. У меня было 3 схватки, самая тяжелая для меня была 2. А чем запомнилась, почему она была самая сложная? Ну, самый был серьезный соперник, хорошо боролся. Откуда он был? Он был с России. Тоже. То есть там могли попасться не только с других стран, но и с России, да? Да, да. У тебя? У меня было 2 соперника. С первым, когда я боролся, он тоже был, ну, не легкий, такой нормально. Средненький, так скажем. А но не лучше тебя. Да. А второй соперник мой брат был. То есть ты попался со своим братом? Да. Вы как, поделили победу или все-таки поборолись? Поборолись. Поборолись, да? А дома часто боретесь? Дома мы, ну, если время бывает, боремся. У меня такой вопрос, так актуальный такой, назрел на сегодняшний день. Вот часто мы видим, как обижают на улицах и сверстников, и слабых, и наших сестер, поверь. Вот, если перед вами такая картина вдруг оказалась в школе или на улице, или во дворе, кто-то обижает слабого сверстника, или, может, младшего, или, может, сестру какую-то, ну, не вашу, неважно, чью-то другую сестру, ваши действия какие, что вы будете делать? Я бы заступился бы. Заступился бы. А были такие случаи? Нет. Пока не было таких случаев. Но если будет, обязательно заступишься. Ну, похвально, Магомед, Мухаммад. Ну, я бы тоже бы заступился. То есть не стоял бы в стороне? Ну, конечно. А если их будет 2 или 3? Тоже бы заступился. Все равно, да? Молодец. Ну что ж, хочу также продолжить наши темы. Как вообще тренировки нравятся, как Марко тренирует? Да. Ну, что, в чем особенность его тренировок? Он показывает приемы хорошо несколько раз, чтобы мы его освоили очень хорошо. Мы его отрабатываем несколько раз, пока на зубок не выучим этот прием. То есть пока на автомате не начнете его делать, да, вы его повторяете. Мухаммад, тебе чем нравятся тренировки, Марко? Ну, тренировки нравятся, ну, тоже, как сказал Джамал, и, ну, вот болевые, удушающие, самое такое основное. Ну, а вы как тренируетесь? Через день или каждый день? Каждый день. Ежедневно? Кроме воскресенья, да? Да. В будущем, Мухаммад, ты не поделился, кем ты хотел бы стать? Он хочет стать актером и сниматься в рекламе, а ты?
Ну вот. А, кроме олимпийских. Первая цель — олимпийский чемпион, а второй уже, ну, стоматологом. Стоматологом, как хорошо, врачом. Марко, ну уже у тебя будет уже в дальнейшем свой стоматолог личный. Тут вопрос на отца пришел, Марко. Спрашивают, со скольки лет лучше отдавать, ассаламу алейкум, алейкум салам, со скольки лет лучше отдавать на джиу-джитсу? Да, это нужно попробовать, тяжело скажи. То, то я учил 3500, получил, 3500, 3,5 получил. А, и минимум 3,5 получил. Я две ученики. То есть 3,5 года к вам пришли? Это нужно попробовать. Иногда 6 лет не получится, иногда 7 не получится. Иногда 3,5 получится, иногда 4 получится. А, то есть надо индивидуально смотреть это каждую особенность. Да, это индивидуально. Тяжело скажи, тяжело скажи. Я сейчас 3,5 получил, минимум сейчас на меня получил. И как он нормально себя показывает? Они сделают. Дело. Нормально. Что нужно, это дисциплина нужна. Нужно не слушать и сделать. Дети, кто слушает и попробует, это важно. Иногда не получится, конечно, они потихоньку, потихоньку, нужно попробовать. Ты делай вот это, делай кувырок, делай, они попробуй. Это важно. Иногда дети... Главное, чтобы слушали, получается. Слушай, это важно. Талант — это не важно, это потом. Важно и слушай, и прям попробуй, попробуй. Это важно, да, и слушай. Дело вот это, дело вот беги, та, не, иногда дети не слушают. Это, когда не слушают, не получат. Когда и слушают, получат. Понятно. Да. А как долго планируешь остаться в Дагестане? Планирую? А, долго. То есть всю жизнь? Да, стал, да. Очень интересно. Так, ну а у клуба какие вообще перспективы, какие планы у самого клуба «Чехмат»? План – это большой зал, потихоньку, я хочу другой зал, побольшое место. Сейчас много детей, много учеников, нужно большой. И это место. И по соревнованиям сейчас чемпионат мира. Они по чемпионату мира по Дубаю. Апрель. Они идут, сейчас два человека на чемпионат мира. На чемпионат мира по мужикам или по юношам? Нет, по детям. По детям, по 10, мужикам тоже один ушел, они один человек. То есть вот эти три человека, которые выиграли на чемпионате Европы, они едут на чемпионат мира? Нет, только два. Четыре идут. Маленькие, они не дают, минимум 10 лет. 10 лет. Он нельзя, он в возрасте. Да, маленький, получается. Да. Когда 10 лет, можно, минимум год. То это сейчас перспектива, чемпионат мира, да. И большой зал, я хочу другой. В дальнейшем, в Махачкале? В Махачкале, да. В центре Махачкалы? Да, там тоже на редукторе. А разницы нет, в принципе? Не, на редукторе, тоже место, да. А как вообще часто принимают участие ваши спортсмены на соревнованиях, на турнирах? Как часто это бывает? Не понял. Usually, competition, ваши ученики, children, принимают участие на этих соревнованиях? Следующие соревнования? Тут нет, как часто они? Как час? Как часто? Не понял. How usually? How they usually go? Yeah. They did two tournaments now, чемпионат России и... То есть вот эти два соревнования еще больше не были? Больше нет, они хорошо сделали, да, и сразу, первый раз попробовал, получил, второй раз получил. Сейчас они на Пятигорск идут. Все группа, 19 человек, Пятигорск, 24 март, Пятигорский, и потом чемпионат мира. Потом Пятигорский, потом Санкт-Петербург, и потом много соревнований. Так, эта федерация сейчас, Дубай федерация, сделала много соревнований, и мы хотим... А у нас в Дагестане бывают соревнования? Бывает, да. Бывают? Да, и да, не да. принимают участие или принимают? Или вы не даете пока? Они не выиграл, только наш команда, да. Вот здесь в Дагестане, когда чемпионат Дагестана, вы принимали участие на чемпионате? Нет, чемпионат Дагестана эта федерация не сделала. Нету такой федерации? Нет, это федерация. Другой федерации, и мини на маленький нету соревнования Дагестана. Только 19 понятно, лет, минимум 19 лет про Дагестан, и это УВВ федерация, другой. Понятно. Да. То есть эта федерация в Дагестане нет, точнее, вот этой версии федерации в Дагестане нет. Да. Понятно. Дагестан федерации нужно
Это развивать его. Да, да, нужно помогать. Они не красиво делают. Нужно... То есть неправильно ведут работу, да? Я не нравится много. Mm-hmm. Почему? Человек сильный. Кто организация не хорошо, я не нравится много. Эта федерация некрасиво сделала. Mm-hmm. Место красиво, там судья хорошо, они красиво судья. То не принеси не... судья Дубай, судья принеси. Да, то есть неорганизованно, пока все идет, как нужно. Да, никак, да, это не как профессионал сделал, mm-hmm. когда здесь. Но да. это пока, наверное, а в дальнейшем уже. Это новенький, уже... да, можно потом некрасиво. Но зато чемпионаты по грэпплингу часто проводятся. Да, они некрасиво сделали, да. А грэпплинг? Что касается грэпплинга, тоже? Некрасиво, да, я не нравился, mm-hmm. судья не нравится, да. Ну, неважно, не когда, не можно тоже соревноваться. Все, понял. Да. Здесь спрашивают, где находится зал и как связаться. Ну, мне кажется, сказать зал, где находится, хватает достаточно, да? Как улица называется? То есть точно на редукторном? Да, на редукторном Лаптиво. Лаптиво, какой дом? 65. 65, да? Да, на море, на линии на море, да. Уважаемые друзья, Лаптиво 65, можете обращаться, да. Отдавать своих детей, и как бы есть квалифицированный тренер. Ну что ж, напоследок хочется, что хотелось бы пожелать нашим телезрителям, кто сейчас смотрит, кто у экранов телевизоров, что хочется пожелать? Смотри, это кто я хочу, да. Не хочу джиу-джитсу. Это хороший спорт, это когда вы нравится джиу-джитсу, когда все спорты нравятся, но я хочу все на джиу-джитсу, это новый спорт, и помогай на ММА, помогай на улице, помогай на дисциплине, все помогают, только хороший бенефит. Хороший итог. Да, да, все хорошие, так все правильно. Больше люди на улице, дети на улице, нехорошо дети на улице. Это хорошо или школа, или зал, или на английский, или на улице, потом проблема. То есть улица на второй план. Сначала учеба, тренировки. Дети нужно учить, учить. И это хороший учитель, не только спорт, это только драться, не только спорт. Это драться, они учат, как болевое сделать, какой проблема, они знают, как... Проблема, конечно, не хочу проблем, но когда проблема, не знаю, как фиксирую проблему. Марко, здесь еще один такой вопрос, быстренько ответьте на него. Какое блюдо самое любимое? Что кушать любите? Да, из дагестанского. Шашлык, мясо и дагестанское блюдо. Хинкали любите? Ну как же иначе? Часто кушаете? Да, да. Часто кушаете? Usually, часто. Usually, да, хинкали кушаю, usually, да, мясо, шашлык. Кабардинская жена готовит? Да, она красиво сделала, вот. Каждый день дома хорошо сделала, да. Это хорошо, сам что жена радует. Ну что ж, ваши пожелания нашим телезрителям? Ну, я желаю, чтобы тоже пришли заниматься к Марку, ну и чтобы тоже были хорошие у них успехи по джиу-джитсу. Иншаллах, так и будет, Мухаммад. Мои тоже, чтобы ходили на вид спорта, ну, чекмат, к Марко. Ну и только такие дальнейшие успехи, да? Что были. Ну что же, я тоже, в свою очередь, желаю, то есть не забрасывать себя, тренироваться, заниматься спортом, держать себя в форме. И увидимся ровно через неделю, уважаемые друзья.